Привет, девчонки, привет, мальчишки, привет, Ютуб, привет всем зрителям моего канала и привет зрителям, просто случайно зашедшим на мой канал. И если вам интересна тема Avon заказы, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Итак, приступим. Второй каталог Avon. Что-то я с запозданием решила таки рассказать вам о своем заказе. Заказ получила давно, но вот что-то как-то будет моим оправданием девичья память. Лучше поздно, чем никогда, поэтому рассказываю все то, что я заказала. Так, ну, наверное, начну с крема для ног. Точнее даже, я заказала не крем, а увлажняющий бальзам для ног с морской солью. Вот такой, голубого цвета. Внутри я не увидела каких-то особых гранул, то есть морская соль, видимо, внутри вот этого бальзама. То есть гранул никаких не будет. Прозрачного цвета, достаточно приятный. И очень хорошо впитывается в стопы. Я намазываю прям очень приятно. Вот такой вот бальзам для ног. Я бы посоветовала. Неплохая штучка. Решила таки попробовать я тени. Если честно, как обычно говорят девочки на Ютубе, вы можете меня забрасывать гнилыми помидорами и бросать в меня камни, то, что я вроде бы стала блогером на Ютубе, но я зачастую пользуюсь, я считаю, ну, наверное, одними из самых-самых бюджетных теней. Это тени Флёр. Я вот покупаю эти палетки, и очень даже на повседневку ими довольна, очень мне нравится. Ценой не удивишь, и несмотря на свою цену, они в разных магазинах стоят примерно от 90 до 120 рублей палетки. Мне очень нравится. Но тут вот решила, вроде бы отзывы неплохие, решила заказать себе тени Avon, четверочку, которые раньше были, четверочку я имею в виду 4 цвета, которые раньше были кругленькими, в упаковочке. Сейчас они выглядят вот так вот, показываю. Вот такие вот тени, вот такой тон. Первый, второй, третий, четвертый. У меня это идет Stone Tops. Надеюсь, я правильно читаю. Stone Tops. В каталоге Avon это яркий топаз. Это вот самые первые тенюшки. Вот. Ну, для тех, кто ни разу не брал, вот такой белый цвет первый. Думаю, что очень даже приятно будет наносить под бровь. Второй достаточно такой нежный-нежный. Я даже не знаю, как его обозначить. Что-то среднее между слоновой костью и телесным таким цветом. Вот на втором пальчике у меня вот он. И
Третий и четвертый, вот они у меня посветлее и потемнее. Я скажу, что я любительница, наверное, в тенях оттенков каких-то синих, голубых, каких-то таких бирюзовых. Но здесь вот я выбрала такие цвета, назвала это макияж без макияжа. То есть у вас обновленное лицо с какими-то бликами, но особых теней на лице вы и не заметите. Мне вот это вот нравится на повседневку. Так, дальше 4 продукта я вам покажу, наверное, все вместе. Это вот такая вот губная помада «Совершенство» в розовой упаковке, которая шла во втором каталоге. Я заказала себе две помадки и два карандашика, которые подходят к этим помадкам для создания контура. Я взяла цвет «Карамель Комфорт». Освещение у меня сегодня оставляет желать лучшего. Вот видно, да, «Карамель Комфорт». Покажу. Видно, не видно будет. Вот такой вот нюдовый цвет, персиково-нюдовый цвет, и, ну, абсолютно вот просто подчеркнет блеск ваших губ. Она немножко с блеском, но это не шиммер, это просто глянец на помаде. Она немножко такая вот глянцевая. И вторая помадка, это Pure Peony, это пион. Первый тон помады, это тягучая карамель, я вам на английском назвала, а русский вариант не сказала. Так, и вторая помадка Pure Peony, вот такой вот цвет. Русский вариант – это изысканный пион. Более вот такой яркий цвет. Вот на камере он прям, знаете, цвет Барби кажется, но на самом деле на губах очень приятно. Такой, ну знаете, пионы красные, когда бывают, даже не красные, а розовые. Вот когда они расцветают, вот такие лепестки пионы на самом деле. Такой приятный цвет. Так, и покажу карандашики, которые под помадку я купила. Вот такой розовенький, под пион, под свой. Очень хорошо подходит, прям более поярче, но не выделяется особо. И второй цвет, вот такой нюдовый я взяла. Это под мою тягучую карамель. Тоже очень здорово подходит. Прям прекрасно. В общем, я выбрала вот такой набор. Как набор? Ну, это вот я такой набор для себя собрала из двух помад и двух карандашиков. Так, дальше. Не будут даже особо распространяться. Очень всем известно, это база под тени Avon. Взяла себе тоже баночку такую. Так. И покажу еще два продукта, которые я просто купила отдельно в магазине. Но это продукты Avon, два спрея вот таких, которые не вошли в мой заказ, но я что-то потом пожалела и думаю, что это я вот не взяла. Очень, мне кажется, приятные спреи. Это пряный апельсин и имбирь. Это питательный лосьон. Питательный лосьон для тела. И гранат и манго вот такой. Это освежающий спрей для тела. Оба по 100 миллилитров.
И знаете, ну уж на что я всегда люблю какие-то свежие, такие цитрусовые морские запахи. Оба запаха сладкие, но оба мне нравятся. Наверное, из-за того, что все-таки пряные апельсины и имбирь, вот здесь запах корицы чувствуется, как будто апельсин с корицей. Потому он и называется пряный апельсин. Но запах не терпкий на теле, он достаточно приятный. А вот здесь, ну, что-то фруктовое, такое летнее. Сразу в голову приходит какая-то поездка такая экзотическая. То есть вот во втором каталоге вот такой спрей был, а вот это не знаю. Во втором каталоге я такого не увидела, я просто купила в магазине. Вот такой спрей. Конечно же, в подарок мне дали пробничек туалетной водички ФАМ. Новиночка, которая может быть вами заказана в третьем уже каталоге. Полноразмерная версия. Не могу, девчонки, ничего сказать. Вот такая вот я тугодумка, можно сказать. Вот я не распечатала и не пробовала. Какой аромат на теле. Могу только сказать, что это цветочно-фруктово-мускусный аромат. Груша, магнолия, амбра. Кто обожает такие составляющие, то, наверное, вам подойдет. Я как-то, ну, не особо вдохновилась с какими-то вот этими составляющими в парфюме. Наверное, как-то я не доросла до парфюма Фейвен. И даже делая заказ в третьем каталоге, я не стала эту водичку заказывать для себя. Ну вот, на этом, наверное, и все. Пока-пока, до новых встреч, всем удачи!